надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. One Punch Man. 200-я глава. Кулакам и волям предстоит столкнуться. Это Сайтама! Что здесь произошло? Мы телепортировались. А куда делся старик Бласт? Все побеждены? А? Монстр. Герой. Тебя опять разломали, Генос? Ты в порядке? Мастер. Это он с тобой сделал? Нет. Враг, с которым я сражался. Кинг разобрался с ним своей суператакой. А? Суператака Кинга? Я могу вспомнить только его суперкомбо из той дурацкой игры. Но есть кое-что странное. А? Я чувствую ту же зашкаливающую энергию суператаки Кинга от этого монстра. Наверное, неисправность. Что вообще со мной случилось? Уже не говоря об этом теле. Я даже не помню, как я выбрался из-под земли. Я потерял сознание под землей, погребенный под обломками. В это время передо мной мелькали моменты из прошлого. Я чувствую дрожь в твоих кулаках. Для начала закали свое сердце, а затем следуй его голосу. Он вернулся? Ты герой 13-го ранга С-класса, световой флэш. Ты герой, но все равно бьешь как младенец. Ты единственный выживший из ассоциации монстров? Ты и вправду наделал здесь много проблем. Ты король монстров. Король монстров? Ха, я догадывался, что был кто-то вроде этого. Тебе лучше хорошенько запомнить. Мое имя Гарроу. Я тот, кто достигнет божественного уровня угрозы и исправит этот мир. Гарроу? Охотник на героев? Просто чтобы ты знал, я не имею никакого отношения к ассоциации монстров. Они не смогли запереть меня в этой жуткой коробке. Как я и думал. Позвольте пройти. Ты монстрофицировался, но все еще не встал на сторону монстров? Как разочаровывающе. Нам следовало избавиться от тебя еще в самом начале. Значит, остался еще один. Спасибо, что вышел сам и освободил меня от поисков. Я сражусь с вами обоими. Вы падете от моих непревзойденных техник. Я сражусь с любым, кто хочет битвы. Абсолютное зло непоколебимо. Монстры, герои. Я уничтожу всех и стану великим символом ужаса божественного уровня. Нападайте. Сайтама! А, Кинг? Я знал, что ты сделаешь это. Сделаю что? В любом случае, хорошо, что ты в порядке. Я верил в тебя. Я знал, что ты придешь. Я очень боялся, но сделал все, что мог. Словно камень... Я боялся, что не успею показать тебе плоды моих трудов. Но я рад, что ты пришел вовремя, Сайтама. А чё ты там говорил про камень?
я про мои камни в почках. Мистер Генс рисковал своей жизнью ради мистера Цумаки. Это было действительно отважно. Так вот в чем дело. Ты и правда вырос. Генс, отличная битва. Мастер, когда пришло время самоуничтожиться, я не смог решиться. Смогу ли я теперь вообще стать сильнее? Я не совсем понял, но ты ведь не взорвался, верно? Это значит, что эта часть тоже стала сильнее, не так ли? Мастер, это все благодаря вам и доктору Кусена. Я ничего не делал. В этот день... В небе над городом Зет сверкала сотканная и светогеометрическая фигура. Это передали по всем каналам, прописав происходящее Тацумаки и другим эсперам. Однако, мало кто, кроме находящихся там, знал, что это были следы от битвы между тремя сверхсуществами. Удар лезвия ветра! Гаро! Флэш ослаб, потеряв свое оружие. Будет мудрым решение объединить силы против него, а затем сразиться один на один. Хочешь объединиться против него? Что ж, получи! Да как ты смеешь? Я никогда не приму предложение от такого, как ты! Уже наполовину монстр! Я чувствую это! Я приблизился к созданию собственной техники. Не кулак горного потока, крушащий камни. Не кулак ветра, рассекающий железо. Не кулак взрывающегося сердца. Не кулак тигриного клыка правды. Не кулак чистилища бездны. Не вспеневающие озера кулак ледяной реки. Не кулак лежащего через горы пути дурака. Не кулак давления болевых точек. Не кулак ядовитого великана. Не кулак одинокого процветания. Через битвы я переработал все это. Собственную технику. Они соединились в угрозу божественного уровня. Я назову это кулак чудовищного бога бедствия. Нет, погодите. Кулак чудовищного убийцы богов. Чтобы доминировать над всем миром, как абсолютное зло, и погрузить человечество в пучину отчаяния, кто-то настолько ненадежный, как Бог, должен быть повержен моими руками. Сверхатомный авианосец. Что это за свет? Капитан, массивный объект по правому борту! Мы не можем разминуться! Светом!